Итак, друзья, кобылка синекрылая. Ну, когда вы идете по сухой траве, достаточно часто можно ее встретить. Такая безобидная кобылка, не кусается. Достаточно легко поймать. Поймать можно, пройдясь вот по местам, где мало травы, такая редкая, и выход на поверхность грунта. Почему кобылка синекрылая? У нее вот эти задние крылышки, они у нее голубоватого цвета. Видно это все, да? Очень хорошие прыгуны, они прыгают и летят довольно далеко. Мощные лапки у нее покрыты колючками такими. О, вот спрыгнула, но не упрыгала. Вот она. Вот она ими очень сильно упирается, иногда накалывает, может даже наколоть хищника, птицу там или еще кого-то. Вот, давайте посмотрим, как она прыгает. Вот она прыгнула и тут же полетела. Полетела, распустила свои синие крылья. Да, на асфальт положим. Положим на асфальт. Вот так вот она у нас летает. И вот на этот раз я уже не заметил, куда она приземлилась. Давайте еще поищем кобылок синекрылых. Иногда попадаются кобылки краснокрылые и кобылки зеленокрылые. Но это реже. В основном гораздо больше синекрылых. Чаще они попадаются в сухую, жаркую погоду. Сейчас у нас, как видим, из нашего окна более пустота видна. Завод коптит. Как видим, погода сейчас пасмурная, и поэтому их не так много. Найти их куда сложнее. Поэтому, если вы надумаете поймать кобылку синекрылую, то вам стоит выбрать погоду жаркую. Ну, в принципе, вот она. Кстати, это вот самец кобылки синекрылой. Он меньше в размерах. Та у нас была самка. Она крупнее. Вот, самец. Ну вот и все, друзья.